давайте. Ебать! Давай, блядь. Сука. Да я не это хочу с тобой. Да иди нахуй. Да это, закройся. А, что? Что, блядь? Пиздец. Ебучий VR, сука, кончелыжный. Игры нету. И все. Я просто слушаю тройную музыку. О, еще и себя теперь. Троится в шлеме. Игры нет. Троится в шлеме. Все. Игры нет. Я просто слушаю и тройную музыку. Я просто слушаю тройную музыку. О, еще и себя. О, еще и себя. Игры нет. Троится. Все верно. Рада снова видеть тебя, Андрей. Я привыкну, чат. Я привыкну. Я чуть-чуть посмеюсь и привыкну. К Андрюхе, погодите. И все же не ожидал услышать от тебя, Саюри. Видимо, в каждом из нас сидит маленький чертенок. Не правда ли? В тебе, походу, пиздец чертила сидит. Я тебе так скажу. Я, конечно, еще не уверен, но там чертила, я так подозреваю, как в Disciples, двухклеточный. Юри уже снова сосредоточилась на чтении. Я беру конфету и отправляю в рот. Затем беру еще одну и подношу ее к лицу Юри. Она даже не отводит взгляд от книги. Просто раскрывает губы, будто это совершенно естественная ситуация. Но я вместо конфеты втихаря Но это значит, что я уже не могу остановиться. Для начала хорошенько надеру тебе зад. Я убью тебя. Ладно, не убью, получается. Как же он за жизнь борется? Опана, 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 опана. Да. Блин. Ой, ну я и не сомневался на самом деле. Я когда первый раз играл, то же самое произошло. Но оно в любом случае стоило того. Чего? Ебать! Жесть! Это не часто происходит. Шок. Блять, блять, блять! Мужики, нет! Бога ради, нет! Зачем вы сюда пришли? Почему вы на дороге? Какое течение сильное! Блять, я не рассчитывал, я думал, я плыву их! Сука! Теперь я служу только спящему. Никаких больше гуру и стражей. Угу. Только я. Угу. Один. Угу. Умри. В смысле умри? А ты чё побежал-то? Чувак, блять, отдай юнитор. Спасибо за руду. Я выпью за твое здоровье. Это оружие кажется довольно удобным. Что? Я не сохранялся, что ли? Смотрите, что подогнали сегодня. От Яндекс.Лавки. Смотрите. Опа! Блин, не видно же. Глупый хромакей. Опа! И все еще светится, только вам не видно ни хрена. С наступающим. В этой коробке тот самый дух праздника, которым нам очень хочется поделиться с вами. Можешь делиться с другими или оставить все себе до последней дольки. Оставлю все себе. Обойдетесь. Блин, так вообще ничего не видно.
и так ничего не видит. Ну, короче, она красиво светится в темноте. ЧСВ, да пошел ты нахуй, блять, что ты нахуй несешь? Сука, чел, бля, ебаный рот, а? Здорово, старый пенис, блять, он со мной здоров. Пошел ты нахуй отсюда, а? Сука, блять, вот ты тоже, блять, подберешь момент, а? Долбоеба, кусок, блять. А я откуда знаю, может, здорово? Так. Раз, два, три, четыре, пять, 29, 30. О. Работает. Малая родина медведя. Гид должен назвать родной НП Бьорна. Что такое НП? Населенный пункт. А, и не засмеяться. Если он хотя бы улыбнулся, то плюс сыграй. Иначе я уже РФУ сижу. Где он родил? Будинки. Будинки. Хотя бы он смеялся. Ладно, хорошо, давайте это оставим. Наш последний заказ. Стример заказывает Яндекс.Лавки, пачку презервативов, фональную смазку, дыню, торпеды и киндер. Оставить курьеру чаевые в размере последнего доната за его молчание. В попах. На роли в шили обязан спросить начальнику твоего папа. Может, это никак не проверить. Не, почему? Можно кружочек записывать. Сейчас все заработает, не переживайте. Коллега, не переживай, сейчас все заработает. Все отлично. И, короче, у меня стены кончились, я убежал отсюда. Mm-hmm. Не надо, пожалуйста, не кричи микрофон. Люди могут оглохнуть после такого. Ну давай, ты первый. Вот целься куда-нибудь там, типа, ну не в середину, прям поближе к краю. Поближе к себе. Зажми пробел и подходи. Во, полетело. О, полетело. Ля. А? Ага. Чё с лицом? Чё с лицом? Доэдрический кинжал. 3 стоимости. Окей. Фекальная шахта. Плохое ты выбираешь время, чтобы заблудиться, дружище. С катертью дорога. Ах, какой сюрприз надо! С катертью дорога! А, я, кстати, не знаю. Ну, давайте я вам скажу, подогрею ваш интерес. Короче, Фомбич вернулся с этой темой, с донатами. Там прикольная, в общем, движуха намечается. Я думаю, никто не против будет, если я скажу. Короче, я позвал Мэла, я ему предложил вместе попробовать пройти Майнкрафт с пососами от зрителей. То есть зрители, грубо говоря, будут нам мешать. У нас будет 2 стрима, вы можете крипера послать на Мэла или на меня, и у нас челлендж пройти за, там, допустим, за стрим Майнкрафт. Вот, ну, должно быть прикольно, на мой взгляд. Хорошо покушали, там, погодка как. В смысле? Ты чё, блин? Ты чё, братан? Ты чё, попутал, что ли? Это не меня заперли с тобой в сортире, это тебя со мной заперли, тварь! Пошёл нахер, сдохни, блин! Говно собачье. А, Д, А, Д, А. Удар, удар. А, Д, А, Д, удар, удар, нажал, А, Д. До конца игры, до, сука, самого последнего босса, ты просто жмешь А и Д, и каждый моб делает одну атаку, вот такую, одну и ту же атаку, одну и ту же атаку. Ничего вообще, то есть... Просто безумно однообразно. Безумно. Первый я вообще часов 5-6, посмотрите, вообще на позитиве сидел, шутил, постоянно что-то говорил, туда-сюда. Под конец подустал и понял, что игра, конечно, хуйня. Но в целом поиграл и как бы нормально было. Геймплея в игре нет от слова совсем. Ну как бы говно? Да вроде нет. Ну типа, ну просто 10 часиков побегать,
как бы, типа, все. Вот как чел использует хилку. Давайте тоже зарисовка, типа. Бля, убил врага. Как он использует хилку? Вот ты нажал, он берет хилку. Он посмотрит на нее, да? Да. Причем, чтобы ее применить, тебе нужно зажать какое-то время кнопку, и потом ты можешь отпустить, и он автоматически проигрывает анимацию. Еще дольше нельзя было хилку использовать. О, починили ладдер, класс, теперь у меня вообще ни одной игры нет. Супер. Ну, тут в ладдере задроты, конечно. 5 201 000, 3 104 000, 26 173 423. Но поражений. Посмотрите, сколько человек этот слил при этом. 9 396 207 игр он проиграл. Вот так вот. Я не боюсь тех, кто выигрывает 80 раз и проигрывает 5. Я боюсь тех, кто выигрывает, блядь, 26 лямов, 173 423 игры, а проигрывает 9 396 207 игр. Здорово, ребят. Короче, пару дней, походу, я раз стримы буду показывать жизнь. Номер. Панорамные окна, я так сейчас заметил. Здорово всем, чат. Короче, я там же, как вы можете догадаться. Сервис тут, конечно, пушка, да. Если бы не страховая. Но я потом чек покажу. Если мне его покажут. Надеюсь, страховая все оплатит, потому что... Ну ладно, неважно, короче, там, судя по всему, ценник нормальный такой, но в целом тут, конечно, как это, как отдыхаю, короче, как в отпуске лежу. Здорово, ребят, держу в курсе, короче, меня выписывают, еще неделю жрать таблетки, но уже дома, по идее, надеюсь, там ничего не случится, чтобы Настю опять не это. С трубочкой, может быть, трубочку проткнул, потом поел, она, может, грязная была, но я руками ничего не трогаю. Я один из самых чистоплотных людей вообще, в принципе. Я руки мою после каждой залупы. Сильно напугал меня кружочек. Да, чуваки, ну чё? Я Настю сильно напугал своими кружочками двумя, которые падали прямо на ее глазах. Вот это вот, вот это я напугал. Вот это мне реально обидно. Я лежал в реанимации и такой думаю, бля... Знаете, ну, по-серьезному хотите, вот, я такой думаю, бля, вот если помирать, вообще не страшно, вот почему-то вообще, ну, типа, я думаю, да потому что ты реально, тебя от смерти отделяет просто вдох-выдох, ты и все, и ты даже не помнишь, не, ты просто, ну, типа, это вообще такая херня, ну, если не мучительная. А вот реально мысль о том, что кто-то на это будет смотреть, типа близкий или еще что-то, бля, это вот, вот это реально, я лежал и такой думаю, пиздец, лучше бы, ну, как бы не надо так. Вот это действительно пугает. Просто меня там облизывали, я так и не понял, меня бабка помыть там хотела или нет. Блин, неуважительно как-то бабка, извините, что-то я это, она мне там попу вытирать хотела. Кстати, про это тоже есть интересная история, блин. Приходила тетя и говорила, вас помыть, а рядом моя жена спит на диване. Я такой, типа, this happy end, нет? Там, не, ладно, это я не говорил. Я такой, no, типа, окей, okay, I'm fine, типа, thank you. Но она каждый день приходила, каждый день была тетя ответственная за то, чтобы я помылся. Была тетя ответственная за то, чтобы я поел, другая. Была тетя, которая каждые 2 часа приходила, но, внимание, очень важное уточнение, каждые 2 часа, но когда я спал, приходила, мерила мне давление, температуру и сатурацию, или, ну, типа, что там через палец мерят. Как только я не спал, один раз было, я такой в 9 вечера, такой, бля, спать охота, ладно, сейчас подожду ее, она каждые 2 часа приходит, перед сном точно придет. Сразу, после того, как она уйдет, сразу попытаюсь вырубиться. Каждый день меняли белье и приносили новый халат. Я понимаю, что вы скажете, ну, идти 120 тысяч бат. Ну, согласен, согласен, но это не я, это страховка. Ждал ее с 9 до 3 часов ночи, она не пришла. Потом я начал засыпать, она пришла в 3:30. Померил мне температуру. Блин, организм, конечно, вообще, кто это придумал? Как это вообще эволюция так сделала, да? Вот что, ты типа, тебе хреново, ты вырубаешься, ты блюешь, ты срешь, и тебе становится лучше. Блин, как же здорово вообще. Кто это придумал? Вообще молодец большой. Джефф Безос, да? Или кто это сделал? Илон Маск. Настя рыбу ела. У нее, ну, она, мне кажется, и в... Когда я был в Челябе, отравился, она тоже как бы ела то же самое, что я. И у нее тоже было все нормально.
Не знаю, не знаю. Она сегодня созванивалась с дядей, брат ее отца, правильно? И он ей сказал, ты что там, мышья кому подсунула? Я на нее так посмотрел, и она так засмеялась странно. Как будто такая, хе-хе, ища лыбится, пиздец. Это что за колбочка, Настя? Вот это вот. В смысле, не знаю, ты готовишь. А, тут еще обзор есть. Тимофею игра очень зашла, блин, я не знаю, что Тимофей на стриме делает, если ему эта игра зашла, он что там, видос какие-то смотрит, он в игры-то играет вообще. Выруби звук видоса, озвучивай сам. Хорошо. Делаем смешной мем, хорошо, ребят? Согласны? Узнали? Смешной мем. Пойду послушаю. Да, экономлю глотку. Интересно. Расщепление пространства было. А, меня могут скинуть ли... Вот сейчас вот тот красавчик, что ждет. Вот, ну, нормальный мужик, типа. Нормальный мужик, не вот это вот, типа, крыса, блядь, которая будет бить. Вот это нормальный мужик. Джентльмен, реально, блин. Подождал как нормис, не бил, типа, раньше времени. Не, ну, я, короче, игру... Ты вот так делаешь. Я просто солевой чисто, блядь, солевая, нахуй. Какая-то будка, блядь, спереди Кири. Надо звук на минимум выкрутить, нахуй. Блять, зебанушка, блять, ну зачем ты это сделал, блять? Что ты сиськами своими светишь? Так, нет, ничего я не свечу. Светит, светит, я согласен, Тофу. Ты его буквально с него рисовали. Вот так вот можно сделать, блядь. Что за качество? Она отрабатывает каждый рубль, потраченный в нее. Нормально, нормально. Мы с одной группой попались. Достойно, достойно, достойно. Да. А я друг Ласк. И Сигала. Лучший друг. А ты с ними с одного города, да, еще? Да, да. Круто. Все, погнали. У меня птичка есть. Типичная ситуация. К двачёру пришла тянка. А он сидит, пялится в какую-то обрыганскую игру. Я нашел снайперскую винтовку. И делает вид, плуг, что беру, альфа-пук с реньктян не нужны. Долбоёб ёбаный. Нормально, у меня УЗИ есть. Не забывай качать таланты, кстати. Да, 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 да. Прокачан. Го, дальше, тут еще шрайн. Отклонение возьму. Вы что, два дня ебались? Не стримили? Нет, 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 ребят. Ноль ебли было. Ноль? Запрет нахуй. Тут не надо отвечать, но не было. Типа, да, ноль. Да, ноль. Не было. Посмотрите на меня, посмотрите. Да. На мама возраст, пожалуйста. Да. Типа, я что, педофил, что ли? Да, 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 да. О, господи. Я антипедофил. Почти, раньше. В смысле? Может быть. Как-то? Ну, когда это, когда мне было 17. И что было тогда? Ну, все такие, ну, ты такой, это, ну, ой, там, это, опять на маленькую.
А что я сделал на маленькую? Зарейдил ты все? Да. А потом другая маленькая. Какая другая маленькая? Вы же там была еще одна маленькая девочка. Когда? На рейде? Ну да, там она что-то про жопище говорила. Да она, да, видать, все уж прожжала про жопище по какого-то. Я не понял вообще прикола. Удар в спину какой-то. Я все видела. Я антипедофил, ребят. Меня не спалили, такая глупость. Это похоже, мне подговорили ее. Вот смотри, какая красота. Я знаю. А что это за... Типа, это такая имитация красивая? Нет, это реальные бриллианты. Да, конечно. Они серебряные. Я не знаю, я не разговариваю. Я обычно... Я на улицу выхожу в бранже, получается. А сейчас у тебя тусик есть? Ну, я не знаю. Мне говорили такие вопросы не отвечать. Ну, я не знаю, я просто стесняюсь. Не стесняйся, а тебе сколько лет? 15, а тебе? А мне 20. Ой, прикольно. А где ты живешь? А ты сексом занималась? Ну, нет, ну, мне же 15, у нас 16 и только можно. А ты письку ласкаешь? Ой, извини, я такой темы не могу говорить. Здравствуйте, меня зовут Александр, я из гильдии антипедофилов. Вы попались, поздравляю вас. Я уже ничего не помню, я как-то подбирал даже какие-то прикольные, прикольную какую-то тему подбирал, но я уже забыл уже. Наркотики, педофилия, алкоголизм. Все это разрушает нашу молодежь и наше будущее. Ужас. Скажем нет этой дряни. Ха! Выкинул. Резом быть круто. Слушай, а ты дотянешь до потолка? Я до сюда дотягиваюсь. Понял. Все в порядке. Да. Россия рулит! Еее! Ты, нет, ты высокая на самом деле. Да, 158. Ну, знаешь, я думал меньше. Ты заделай блюдо. Это змейки блюдо. Ты с ним поешь его. Спасибо, Паша. Ужас. Нормально. Употребляй. Что будет, если швырнуть его об стену, как думаешь? Ты хочешь попробовать? Ну, давай попробуем, давай. Ну, давай, давай, я готов. Об левую. А вот это белое? Да. Она почти прилипла. Она почти прилипла. Ладно, все, выкидывай. Охуеть, вот эта красота. Это как из ресторана, ебаный рот. Немного разварилась просто. Правда, тут вот это вот, то, что осталось. Слепом, ты слепом будешь есть, или как? Приготовил человеку еду. Плевать, по-моему, тебе. Слизывай. Бля, реально ору, Джек. А что это у вас двое? Секс втроем будет? Подожди, давай, отмочи что-нибудь, Жендос. Конечно. Джек, давай. Потрать 40 часов жизни, собирая семена, и получи золотое дерьмо говна. Legend of Zelda Breath of the Wild. Именно. А за сколько семян? Да хуй его знает, штук 900 вроде. Ты пиздец, блядь. Не-не-не. Нихуя. Пошедший нахуй. Еще нормально. Чисто плюс-минус 900 где-то. Коричневенько достаточно. Да, коричневенько. Масс-эффективенько, по-моему. Бля, ни за что бы не угадал. Это Майнкрафт? Это из Хардстоуна? Чего? Это пацан, кстати. Да, должен быть пацан, по идее. Вообще, если бы я был пацаном, я бы был бы ютубером, наверное. Блядь, что я сказал, нахуй?
Я не знаю, что я сказал. Забей, все, забей. Я не знаю, что. А что происходит в видео, кстати? Ура, ограничение снялось. Могу писать в чате. Только не бани, Ламыч, прошу. Ладно. Невозможно временно отстранить пользователя. Ебать, ты кто? Невозможно забанить пользователя. Ты кто? А что, блядь? Угу. Он супер далеко где-то вот тут. Его убил. Нихуя! Ладно. Готов? Эту хуйню я сейчас сам нашел. Это просто пиздец. Не надо. Угу. Тебе как, нормально? Да. То есть ты туда просто лег? Да. Я, короче, файтился в этом здании с челом. Он меня разбил, когда я его нокнул уже. Я отошел за здание похилиться, лег, ну и я просто провалился. А как ты сейчас плыл и, блядь, дальше полетел? Это как... Ну, текстурка воды, я из текстурки воды выхожу и типа лечу. Угу. Бля, ну по-моему это уже не трипл эй проект, а четверипл эй, блядь. Ой, блядь. Просто потрясающе. Ай, проект, блядь. Ай. Это что не так? Это трипл эй на экране. Внутри. Нормально. Найн! Я как в 45-м. Блять, какую... Я... Что я только что смотрел? Забей, мой чел не смог выиграть. Нахер, Warzone. Это кал. Warzone это кал. Based. Сам будешь собирать, надо же девочку приглашать. У меня есть лучшее кое-что, чем девочка. Сейчас покажу. Вы, может быть, не видели мою технологию. Возможно, есть здесь новички. Вот это. С этим не сравнится никакая девочка. Я одеваю это на голову. Сюда креплю телефон. И снимаю все от первого лица. Девочка... Сделает лучше? Да не думаю. Черт! Как ее открыть? Чпоньк. Вау! Вау! Что щелкает? А, ой, бля, ой, я извиняюсь. Ой-ой-ой. Ой-ой, крутись! Крутись! О-о. Закрутился. Вы хотите сказать, я на 144-герцовом, 104-герцовом гер... 144-герцовом мониторе полтора года сидел без 144 герц, думаете? Как выставить герцовку? А как ее выставить надо? Ебануться можно. Мышка такая плавная, ребят. So this is a cool science experiment. If you try to hammer a nail through a glass or a ceramic cup, it will obviously shatter into many pieces. But if you put the cup in water, you can actually make a hole without shattering it. Если на воздухе пробить дырку, она разобьется, а в воде останется. Это правда? А почь так? У меня нет такой тары. Знаете, я бы проверил. Я бы даже проверил. Придется разъебать кружку только для этого. А гвоздь? У меня гвоздя нет тоже. Да у меня вообще ничего нет. Реально работает! В интернете не врут!
У меня теперь дырявая кружка только. Но изнутри она разъебалась, справедливости ради. Она довольно толстая, видите, у нее толстое дно. Не такое тонкое, как на видосе. И изнутри она разъебалась, вон там ошметки. Что ж, ребята, эксперимент был подтвержден. Миф подтвержден. Бля, ну и хуйней я занимаюсь, конечно, полный. Да, я бы посмотрел ТГ на днях с удовольствием, конечно. Я же люблю выставки игровые. Да. Да. В 3 утра 9 числа. Нет, мы не будем смотреть. PlayStation 5, консоль-эксклюзив, также доступен для ПК, недоступен на других консолях до 23 января 2025 года. То есть это PlayStation 5 эксклюзив, но и на ПК тоже. Вот, вот такой эксклюзив. Поняли, да? Бля, вы закидываете, закидываете. Бля, какой кайф. Google Play. Виктория! Но победит Вархаммер. Победит Вархаммер, но голосуем за Викторию. А награда за игру в этом году достается Марио и Рэббитсу. Искрам надежды, ритм здесь, я думаю. Поздравляю. Вот номинанты на лучшую поддержку сообщества. Иди сюда, мудила! Конченая! Ты чё? Нельзя так продаваться с потрохами, Нинтендо! Да за игру достается Final Fantasy 14. Поздравляю тебя, JP. Обязательно зайди в их сообщество Discord. Ты будущее всего этого. Просто никогда. Забудь две вещи, которые я, надеюсь, тебе дал. Найми меня. Не будь придурком. Спасибо вам всем. Мы абсолютно унижены и благодарны всем, кто помогал нам на этом пути, потому что играть в игры — это то, что важно для игроков. Музыку из твоей игры. Я сидел вон там, и поверь мне, волосы на моем теле были повсюду. Никакого гусиного насоса. Это действительно здорово. Поэтому, пожалуйста, поаплодируй прекрасному оркестру под управлением Лорна Белла, Journey in Sky и певица Аврора. Добро пожаловать на премию Game Awards. И Аврора, сразу после сегодняшнего шоу вы выступите с виртуальным и бесплатным концертом в Sky. Это правда, Эмма? Да. И я так взволнована. Я сожалею о своем голосе. Это такой пиздец. Вчера вечером я пела в караоке. Да, однако на виртуальном концерте это будет идеально. Не так ли? Браво, нейросеть! Будет очень хорошо. Так, браво! Скажите же нам, что это удивительно. Игра года. Is... Игра года. Elden Ring! Это... Большое тебе спасибо. Это типа челик, который рядом с ними в ряду сидел, и видит, что такие эти все идут, он такой, ну, типа, ладно, я тоже пойду тогда. Хотим создавать. И что делаем все возможное чел? Благодаря тебе. Привет, Мартин. Очень быстро. Я хочу поблагодарить всех и сказать, что думаю, что хочу номинировать эту награду моему реформированному ортодоксальному раввину Биллу Клинтону. Спасибо вам всем. Бля, это реально левый щелик был! Это реально левый щелик был! Ветеринар поверил в это. Поздравляю. Вот он, бля! Он как Гига Чет просто идет, блядь, из ниоткуда хлопает. Да, я с этими ребятами, блядь, да. Я тоже при делах, вы посмотрите на него. Да, блядь, да, это мне. Даже ответ, что не позабыл меня. Ведь писем нет, вот уже 4 дня. Милый, не греши, напиши. Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне. Прошу я, напиши весточку мне.